Всем здрасте-здрасте, дамы и господа. Я тут к вам подрулил с мини-гейдиком, который может обеспечить топливом вашу баржу до конца вайпа. А может быть и не только баржу, но и вас. Так как топливо используется как для хилов, так и для любого транспорта в расте. Ну что же, начнем нашу телепередачу. И в дело врываются знатоки. Ни для кого не секрет, что красные бочки являются самым быстрым доступом к топливу. Но в этом гайде я вам расскажу о большом количестве, реально большом количестве топлива. И для этого вам даже не придется лутать бочки или бегать по дороге. И на официальных серверах на это можно неплохо разжиться. И не забывайте самое главное, что пока вы лупили бочки, за вами уже пристально следили. И враги могут находиться намного ближе, чем вы думаете. Итак, с чего мы начнем? А начнем с того, что мы просто откроем карту и внимательно посмотрим, где у нас находятся очистные сооружения, либо электростанция. В принципе, сильно роли не сыграет, куда вы побежите. В чем заключается все-таки наш план? Идем на любой РТ, выше перечисленное. Там находим бочки с дизеля. Спавнятся они достаточно быстро. Как правило, на данных РТ спавнятся по 3 бочки дизеля. Но мы ради эксперимента будем использовать всего 2 бочки дизеля. Так, ну что, отлично, 50% от нашей миссии выполнено. И у нас имеются 2 бочки дизеля. Куда это засовывать и куда это вставлять? На данных РТ имеются так называемые нефтекачки. Собственно, это и есть волшебный ключик к нашему обогащению. Куда что засовывать, я вам сейчас расскажу. Сомнительный контент, конечно. На самом верху нефтекачки находится бак с топливом. Именно туда мы помещаем свой дизель. Наполнив баки до краев, там же находится пульт управления. Нажимаем кнопку активировать и готово. Считаем прибыль, господа. Ну что, переработав наш дизель, у нас вышло 120 непереработанного топлива и 340 переработанного. Что мы делаем дальше? А дальше мы непереработанное топливо перерабатываем. И для этого нам поможет НПЗ, которая находится неподалеку. Ну что, пока плавится наш топлячок, мой помощник неожиданно взбесился и решил напасть на меня. Иди, блядь, сюда. Это, конечно, все весело, но нам осталось подсчитать, сколько у нас всего получилось топлива. Из нашей небольшой авантюры. Общее количество, что у нас вышло, 700 топлива. Единственное, что вы тратите на эту авантюру, это ваше время. А время — это деньги, господа. Спасибо всем, кто посмотрел данный видеоролик. Всем спасибо, всем пока.